Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Давайте сегодня испечем вот такой вкусный торт. К белкам добавляем соль, сахар и крахмал. Перемешиваем. Ставим на кипящую воду. Постоянно перемешиваем, чтобы сахар растворился. Сахар растворился. Взбиваем миксером до загустения. Меренга готова. К меренгу добавляем измельченные орехи. Аккуратно перемешиваем. Меренгу разделяем на три коржа. Отправляем в разогретую духовку сушиться при температуре 100 градусов 1,5 часа. В ковш кладем муку, желтки, сахар, ванильный сахар и молоко. Все это перемешиваем. Ставим на огонь вариться до загустения. Крем загустел. Накрываем и даем остыть. Парная масса остыла. Продолжаем делать крем. Сливочную массу взбиваем миксером и постепенно добавляем в заварную основу.
Добавляем какао и продолжаем взбивать еще минуту. Крем готов. Собираем то. Бока торта обсыпаем крошками, а сверху тёртый шоколад. Отправляем торт пропитаться в холодильник на несколько часов. Вот такой торт у нас получился. Желаю всем приятного аппетита и до новых встреч!